обзавелись более современными видами оружия, гораздо более разрушающей силой, но при этом врагов не стало меньше, поэтому нам дальше нужно будет приносить мир в игрушку по названию Peacekeeper. С вами, как обычно, Кристалл, мы продолжаем! Ну и тем временем у меня скопилась весьма неплохая сумма денег, которую можем реализовать на неплохие апгрейды. И давайте, наверное, возьмем последний уровень уже бэкпэк, чтобы у нас денег целая тонна нашла. Дальше уже нужно выбрать либо оружие какое-нибудь, либо патроны. Я, наверное, прокачаю урон от для патронов наших, получается. И этот будет тоже максимальный у нас левел. Ну, дальше нужно будет магазин прокачать, и остальные апгрейды у нас скоро рвень также откроются. И, может быть, у меня нет, не хватает денег. В общем-то, погнали на 10-ю волну. После 10-й волны должен будет открыться у нас новый апгрейд и... всякие интересности будут. Нас, ну слушайте, врагов я гораздо быстрее стал косить, прям заметно. Так, до этого, потому что мне нужно было их неплохо так наковырять, а в этот раз уже прям быстренько-быстренько так можно разложить. А это удобно, не зря взял апгрейд на эту тему, плюс еще и баблишка побольше пойдет. Это самое главное, конечно. И, ребята, если вам нравится Peacekeeper, вам хочется продолжение по нему, то поддержите данный ролик лайком. Если набирается более 2000 лайков, то новая серия выходит уже на следующий день. Конечно, 1000 лайков тоже хорошо, но если 2000 наберете, будет еще круче. Так, и мы уже почти закончили с волной. Но я думал, что меня ждет какой-нибудь супер-мега сложный враг на 10-й волне, но пока что, видимо, стандартные противники. Но в скором времени наверняка выйдут какие-нибудь еще более сложные товарищи. Пока что-то просто. Опа. А все же будет босс, походу, да? Так. Окей. Я-то думаю, что-то слишком легко. А, видимо, босс все же. Ой, ёдрить-то колотить. Какой чувак с щитом жесткий. Ну, допустим. А, как его пробивать? Пока что, видимо, он в какой-то момент будет... А, ну да, он будет открываться в какой-то момент, и в этот момент я должен буду ему настреливать. Ну, вот так примерно. Так, но он стреляет одним скоростным патроном, походу. А при этом его еще другие ребята прикрывают. От этого мне не особо-то хорошо. Так, на. О, а у него разные типы патронов получается. Ну, допустим. Так, ну я примерно предполагаю, в какое время он начнет стрелять, поэтому могу подсчитать, попытаться. Вот, более-менее получается вроде. И даже большую часть хп ему снес. Я бы мог кинуть гранату, но хочу его просто застрелить без каких-либо особых приколов. Так, давайте хп дозарегиним. А, так, и... Да, блин, ё-моё, камикадзе какой-то выбежал. Это фак, это что такое? Это было неожиданно. Мне даже не уведомляли про то, что появятся какие-то камикадзе. Это же было страшно. Ну ладно, мы победили босса. И теперь получу, может, денег больше. Но самое главное, что откроется новый апгрейд. И наш герой тоже такой: о да, кишки летят повсюду, шикардос просто. Так, и что, выполнено какое-нибудь задание? Нет, пока что надо нанести 25 тысяч урона на задание, офигеть. А, так, и давайте пойдем в апгрейд. И у нас разблокирована новая броня. О да, так, интересно. Ну, броня, конечно, это круто, но мне бы магазин увеличить, потому что у меня основная проблема, что мне патронов в основном не хватает. Поэтому давайте сначала прокачаем магазин, а потом уже броню будем делать. А то мне хочется с одного залпа выносить всех, а по итогу я постреляю чуть, у меня уже патроны заканчиваются, это нифига не круто. Это меня очень сильно ограничивает на самом-то деле. А поэтому, так, поэтому давайте-ка чуть-чуть поосторожнее будем, потому что сейчас вышло целый ряд шотганеров. Да, я могу кинуть гранату, но я хочу пока что так от них отстреляться. Гранату прикольно кидать, когда там реально целая толпа набирается, и ты не знаешь, что уже с ней сделать. Например, вот эти топорометатели, если прибегут всей своей армадой в 10-кратном количестве, то с ними уже ничего не сделаешь. А так можно подстрелить, тем более, что стрельба здесь кайфовая. Я прям балдею с этой игрушки, именно в плане перестрелки просто шикарно сделано. Жалко, вроде как у нее продолжение. Нет, было бы круто. А, так. Хотя, возможно, есть еще допильная версия. У меня есть одна идея, теория, возможно. Опа, вот здесь уже стоит кинуть гранату, а то меня так залпом накроют. Правда, граната у меня слабоватенькая, но, в принципе, достаточно. О, я уже получил медальку, 25 тысяч урона нанес, что ли, уже? Нифига себе тогда быстро. А, нет, 25 красных солдат надо было убить. Я уже думал, что я выполнил задание. Так, ладно, давайте зайдем в магазин. Точнее, вот он, последний, 3000 у меня есть. Все, прокачали до максимума магазин. Дальше уже можно броню прокачивать или отталкивающую способность, или саму гранату. Не знаю, здесь все способности, по идее, мне очень даже неплохо зайдут. Так, и, видимо, кто-то сейчас новенький может появиться у нас. А, новый вид врага, возможно. Надеюсь, что он будет не слишком сложный. Единственный враг, который меня пугает, это чуваки, которые камикадзе. Если они внезапно выбегут, я могу вполне себе не успеть, например, подстрелить его. Или же, наоборот, прыгну во всю толпу, и меня завалит из-за этого. Из-за того, что я под целую тонну патронов запрыгну, и выйдет все мне это боком, скажем так. Так, короче говоря, пока что не хочу использовать ничего. Мне нужно подождать, какая-то толпа все соберется. Потому что использовать нашу вот эту ракетницу в одного чувака — это очень плохая идея. Надо как-никак всю толпу выносить. Так, сейчас хп бы еще все не потерять. Так, надо таких шотганеров избавиться дурацких. Они меня прям дамажат неприятно. Так, на! Блин, что-то я в одного чувака разрядился по итогу. Говорил, не надо в одного чувака разряжаться. По итогу сам тут же это и сделал. Так, и все, последний
последние ребята идут. Здорово, ребята, выходите, у меня еще куча патронов на самом-то деле. Так, и мы сейчас с вами прошли. О, да, два косаря бонусных. Четыре противника с одной гранатой надо убить. Ну, в принципе, тогда, наверное, берем грейд на гранату. Почему бы и нет, по-моему, весьма неплохая идея. И давайте все же броню уже возьмем. Посмотрим, как мы будем выглядеть на втором уровне брони. Ну, мы такие бронзовые, получается, рыцари стали. Это прикольно, это прикольно. Так, надо будет еще следующую броньку обязательно взять. Такс. Да-да-да-да-да, стоп, мне нельзя врагов слишком сильно крошить, потому что нужно убить четырех чуваков с одной гранаты. Так, поэтому чутка надамажим. Опа-опа-опа, тихо-тихо, вот этого я боюсь больше всего. Так, ну думаю, что этого должно хватить. Все, отлично, ой, я что-то они оказались настолько сильными. Так, камикадзе пошел нафиг. Не хватало мне еще вот этих подрывников. Так, давайте похилимся, что-то я продамажился больно. Об ничего, конечно, но что-то продамажился. Так, снова этот чувак с мечом. На тебе вообще по барабану. Так, вот этот чувачок, здорово, и вы здравствуйте. Сейчас вас всех размотаем, потихоньку, помаленьку. Так, вот еще идет гражданин, еще гражданин. Всех встречу. Всем рад, скажем так. В общем, мир восстановлен, как обычно. Еще одна награда. Так, и надо 15 раз гранату использовать. То есть нам вообще постоянно будет кидаться гранатами. Но я, в принципе, не то чтобы против. Блин, 5 монеток не хватило, чтобы взять следующую броню. Вот это что за издевательство. Ну, допустим, ладно, идут следующие враги у нас. Тогда гранаты будем использовать, но буду использовать тогда, когда здесь прям кучка какая-то соберется, а то так слишком как-то, мне кажется, не очень будет использовать. Вот, встала целая толпа, целые залпищи в меня дают. На вам просто! Так, жалко, правда, чуть-чуть не хватило нам, но я могу просто вот такую очередь пропустить, и все слягут сразу же. Так, а у нас есть еще ведь у них граната одна? А, нет, нет, что-то я думал, что у меня две гранаты почему-то в запасе. Откуда я вообще это взял? Так, не-не-не, ящик не хочу брать. Да вы что, офигели, что ли? Ядрить-то колотить. Побежала, блин, целая толпа этих камикадзеров. Так, я буду гранаты сейчас использовать. Есть задание у меня на гранаты, так что будем кидаться гранатами. Блин, я пицификейтер взял этот. Ладно, чё уж, если дали, тогда будем что-нибудь придумывать. На-на, так, с топором там чувак остался. Ладно, фиг с тобой. Блин, да ладно, я не хотел его взрывать. Так, о, зато от камикадзе избавился. Надо еще гранаты. Блин, 15 гранат кинуть с таким кулдауном, это, конечно, не самое простая задача, как мне кажется, но мы ее обязательно выполним. Так, чувак с топором отвалит от меня. Так, еще одна граната готова. На, держи. Как это выглядело странно, что я в одного чувака кидаю гранату. Так, и следующий апгрейд у нас скоро откроется. О, 30 волн победить надо. 5 косарей дадут, золотая медаль прямо. Так, и следующий тип брони у нас идет. Армор, более жесткий. Следующий 5 косарей. А у нас уже почти хватает, кстати говоря, на броню следующего класса. Так, сразу с камикадзе начинаете, нифига вы дерзкие. Так, не-не-не-не, давайте без камикадзе. Мне еще их не хватало, этих. А, то стоп, подождите, гранату. Надо гранаты сразу использовать, чтобы они у нас в перезарядке были, как можно быстрее новую, чтобы мы могли заценить. Так, на этой волне, после этой волны, точнее, должен открыться новый апгрейд. Что-то я наполучал урона. Так, ну ладно. О-то-то-то-то-то-то, тихо, надо похилиться, сейчас а то меня развалит. Два чувака с дробовиком, как вы удобно стоите на самом-то деле. Спасибо, что вы так встали. Так, граната, ну, гранату пока подождем еще. Хотя вот она уже все перезарядилась, держите, чуваки. Так, и там еще пара шотганеров. Сейчас наверняка камикадзе побежит, потому что слишком сейчас что-то много чуваков по итогу здесь, так что... Так, все, вроде отстрелялись. Последние, видимо, вот эти двое идут у нас. И мы закончили с волной. А, идет массивная волна, блин. А я гранаты не учел. Нифига себе, вот это жестко, блин. Камикадзеров меня кидать, когда я сижу в окопе в своем. И меня сразу целые тонны штурмуют. Просто обстреливают как только возможно. На вам всем. Блин, как круто, когда ты начинаешь просто так вот расстреливать их всех в рассыпную такими патронами. И все не дохнут после этого. Вот так вот просто. Так, блин, ё-моё, мне сейчас хп так напускает. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это, конечно, плохо. Так, короче говоря, техника у ворота. Работай, пожалуйста, так. Так-так-так-так. Граната, давай. Ох, все. Ядрить ты колотить, я думал, что я сейчас погибну на самом деле. Но мы спаслись. Так, апгрейд лимит с 7 уровня, в смысле. То есть, следующие пушки можно еще качать будет? Так, подожди. Оу, нифига себе, я думал, что я все, что я до этого прокачал, это был прям максимум. А оказывается, можно еще мощнее прокачаться, нифига себе. Так, допустим, окей, берем себе-то следующий апгрейд, и потом у нас уже будет какая-то... Почему из золотой брони обратно в бронзовую возвращаюсь? Это как немножко странновато работает, и так не считаете? Так, и тогда, наверное, откидывающую способность тоже апнем. Опа, огнеметчики появились. Так, не-не-не-не, давай без твоих, вот этих вот. Так, огнеметчик, нифига он прочный, блин. Я в него всю очередь садил, чтобы он хоть как-то отъехал.
уехал. Так, граната, кстати, да. Блин, граната теперь урона не хватает, чтобы их хоть как-то по-быстрому разваливать. По итогу приходится немножко потеть, скажем так. Но самое главное, наверное, огнеметчиков валить. С учетом их прочности, наверняка проблемы от них будут немаленькие. Это враг уже, видимо, как хай-левела, хай-уровня. Поэтому с ним будет... А, вот как он работает, понятно. Но если он встанет, он, видимо, меня даже если я буду сидеть, будет выжигать начнет. Так, давайте чуть-чуть здесь посидим, подождем. Так, чайка, может, попьем. Так, не-не-не-не-не, без твоих гранат давай. Как забавно гранат этого подрывателя подорвать, скажем так. Немножко это как-то забавно, как мне кажется. Так, ну ладно, в общем-то, наша цель-то уничтожать чуваков других. Блин, меня чуть подорвали, еще ножик воткнули. В общем, ребята, давайте уже ослабляйте хватку. Я хочу получить свое бабло и... купить себе еще какие-нибудь апгрейдов и дойти до следующего босса, как минимум. Так, о, да, все, мы прошли next upgrade, еще через 5 волн, но уже прикольно. Так, и, в общем-то, можно еще вот такой апгрейд сделать. И, ребята, надеюсь, что вам все понравилось, если вам продолжение хочется, то давайте наберем 2000 лайков. Был с вами Кристалл, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, скоро с вами снова увидимся, всем удачи, всем пока!